Количество социальных сирот в регионе снижается, но есть все же и неприятная статистика. По данным отдела опеки и попечительства, существуют семьи, где родители лишают прав на детей. И в основном в сельских населенных пунктах. Сейчас в регионе в детских учреждениях воспитывается 167 детей. Большинство это социальные сироты. Чтобы не допустить изъятия ребенка из семьи, в отделе опеки и попечительства решено проводить дополнительную с ними работу. Семья, которая пограничная, она бы могла приезжать сюда на срок пребывания, скажем, в отделении временного пребывания до 2 месяца. За это время специалисты работают с семьей и с детьми, и с родителями, и помогают им уйти от этой ситуации. Также предусмотрено лечение от алкогольной зависимости. Основные проблемы возникают именно из-за злоупотребления родителями горячительных напитков. Сократить количество детей-сирот помогут и приемные семьи. Для жителей населенных пунктов региона проезд и проживание на время прохождения специального обучения для будущих приемных семей будет бесплатным.